И в продолжение темы. В трамвае и троллейбусе за вами будут следить. К концу осени общественный транспорт планируют оборудовать видеокамерами, станциями подзарядки телефонов и тревожными кнопками быстрого реагирования полиции. На все это необходимо до 6 миллионов гривен. Технику установят компании, которые определит тендер. Авторы проекта обещают, что записи камер видеонаблюдения будут в публичном доступе. Каждый может, если будет какая-то несчастная ситуация, то ли ДТП, то ли кража, сможет по заявлению главе Одесэлектротранс обратиться, и данная запись может быть им передана.